Всем привет, джедаи и ситхи! Добро пожаловать в джедайскую академию! С вами на связи Доминато Спейс, и сегодня я постараюсь поведать вам про одну из форм фехтования на световых мечах. Что же, дамы и господа, окунемся же с головой в бушующий океан баталий принципов и взглядов, и рассмотрим мы сегодня форму Трисаресу, путь Майнока или же форму эластичности. Эта техника базируется на защите владельца. Джедай, пользующийся ей, может считаться почти неуязвимым для вражеских атак. В пределах разумного, конечно. Саресу была разработана рыцарями-джедаями, когда бластерное оружие окончательно стало основным в преступной среде. В отличие от формы 2, которая была разработана для боя против светового меча, форма 3 была гораздо более эффективна для отражения и защиты от бластерного огня. Помимо этого, Саресу дает возможность тому, кто пользуется ей, сопротивляться натиску сразу нескольких противников. После гибели мастера Квай-Гон Джина от меча Дарта Мола, многие джедаи отказались от открытого, акробатичного стиля формы 4 Атару и начали изучать Саресу с целью минимизировать риск получения ранений от противника. В истории ею мастерски пользуется Оби-Ван Кеноби. Не в последнюю очередь благодаря владению формой 3, он сумел одержать верх над падшим учеником Энакином Скайуокером, который использовал более агрессивную форму 5 под названием Джемсо. Ну что же, давайте теперь рассмотрим поподробнее различные боевые, а точнее защитные техники, присущие этой форме фехтования. Что же, дорогие джедаи и ситхи, я благодарю вас за внимание, а мы увидимся с вами в следующей серии нашей рубрики «Джедайская академия», в которой мы с вами разглянем форму 4 Атару, самую гимнастическую из всех форм фехтования на световых мечах. Ну а сегодня я с вами прощаюсь, да пребудет с вами сила!